Нам стоило подождать всего 10 лет, чтобы чемпионская эгида вернулась домой. Team Spirit подарили нам этот праздник жизни, став чемпионами The International 10. По такому случаю здесь, в Москве, сегодня проводится пресс-конференция, на которой игрокам и представителям организации будут заданы самые интересные, а местами, возможно, и кринжовые вопросы. Давайте узнаем, как это было. Этот International выдался особенным хотя бы потому, что на стадионе не было зрителей. Тем не менее, у Team Spirit во время гранд-финала было значительное количество болельщиков, часть из которых это были русскоязычные таланты. Мы болели до самого последнего момента, хотя я лично себя настраивал на пятой карте, что именно игроки китайской команды станут победителями, потому что мне нужно было пойти на площадку и подготовить вопросы для игроков, которые не говорят по-английски. Тем не менее, этого делать не пришлось, все закончилось как нельзя лучше, а эмоции, которые царили на стадионе, пусть даже и без болельщиков, были непередаваемы. Саша, меня бы не простили, если бы я не задал тебе этот вопрос. Это Team Spirit выиграли или LGD проиграли? А ты смотрел финал? Да. Ну, мне кажется, очевидно. Ну, драконы, конечно. Драконы выиграли, друзья, вопросов больше нет. С нами Илья Итора, друзья, чемпион International, как и все игроки Spirit, но тем не менее. Илюх, каково это в один момент проснуться главным лицом Доты в СНГ? Да ничего не поменялось на самом деле. Все так же играем в Доту. Прям приехал с International и продолжил играть? Да, я уже сыграл 2 ММА. А зачем играть в Доту, если ты уже чемпион International? Ну, это ничего не дает пока что. А что нужно, чтобы что-то появилось? Создать династию, очевидно. Династия Team Spirit, друзья, на ваших глазах. Саша, Торонто, Токио, друзья, мидер Team Spirit. Сань, ну, слушай, вы покушали уже бургеры, я точно видел. Как в Москву приехали, лобстеров-то хоть перекусили? Ну, вчера были планы перекусить лобстеров, но, к сожалению, не успели. Очень плотный график. Слышал мнение, что игроки, когда побеждают на International, они все, они зазнаются, начинают там тратить деньги и в Dota уже больше не играют. Как в вашем случае будет? Ну, я лично этого не понимаю, потому что, ну, футболисты после того, как выиграют ЛЧ, они же играют на следующем. И, ну, у нас такой же настрой. Как найти вообще энергию в себе, чтобы продолжить играть в Доту после того, как ты победил на Интернешнале? Ну, мне особо не надо энергии искать, потому что я всегда играл в Доту не для того, чтобы заработать денег, а для ради удовольствия. И даже вот сейчас, когда я сижу в номере, я думаю, что у меня нечего делать. Я думаю, мне хотелось бы в Доту поиграть, но, к сожалению, компьютера-то нет. Сколько времени после того, как инт закончился, смогу в Доту поиграть уже? Вообще не было времени. Ну, у нас еще практики с инс отобрали. Я думал, после финала можно будет вечером поиграть, но нет, не получилось. С прокрумами и с практисами одни сплошные проблемы. Дайте чемпионам то, что они просят. Magnus Airlines, с нами Магомед. Ты стал виновником того, что пикрейт Магнуса вырос в 3 раза. Значит, давай, 3 ситуации, когда Магнуса лучше не пикать. Ну, про Северна точно нельзя брать. Вот. Мы его всегда поняли верно, прежде чем его пикать. Против Марфа тоже. И против Сайленсера. Все. Задумайтесь над своим поведением. Слушай, многие говорят, что именно ты стал MVP этого International. Как сам считаешь? Да, не считаю себя MVP этого турнира, на самом деле. Я просто делаю обычные вещи, но просто меньше ошибался, чем другие. Как бы, ну... Шард, ой, блинк, шард, скьюер, это же не так сложно, на самом деле. Поэтому, не считаю себе МФ. Слушай, ну я после инта попробовал, у меня вот не получилось. Ну, попробуй еще, должно получиться. Хорошо, обязательно это сделаем. Слушай, каково это, открывать клиент Dota и видеть, что на Аегисе твой никнейм написан? Я еще не открывал клиент Dota, кстати, я еще такого не видел, на самом деле. Ну, когда увижу, наверное, очень обрадуюсь. А я-то думал, что все игроки Spirit успели уже в Dota после инта поиграть. Друзья, коллапс. Дима, расскажи, пожалуйста, делегация на International 8 человек. Зачем было вести 2 менеджеров? Потому что 2 менеджера — это лучше, чем 1. Ну, а можно же было привести аналитика, например? Да, был такой вариант, но, к сожалению,
мы и должны были его привезти. Вот, просто привезти его именно. Мы когда заполняли слоты, там было 8 оплаченных слотов, чтобы вы понимали. То есть можно было привезти сколько угодно людей, но за свой счет. И мы как бы и собирались вести и аналитика, и психолога, и должны были, и все было забронировано. Но мы уже в день вылета, когда мы вылетали, то есть в 5 утра, мы уже собираемся на самолет, и мы узнаем, что Valve отменила зрителей. И в отеле будет, соответственно, бабл, и аналитик, психолог, они не смогут к нам приходить. И в сложившейся ситуации мы просто банально не могли ничего уже изменить, потому что ну, мы уже на самолетах, у нас чемодан, мы на самолет едем. Мы не можем написать, сказать, извините, а можете, вот мы одного из менеджеров уберем и поставим туда, например, аналитика или психолога, то есть как бы без вариантов. Поэтому так получилось. Как отреагировали, когда эту новость узнали? Да мы в шоке были. Ну, вообще я был в шоке из-за того, что не успеваю побриться, помыться и сделать гигиенические дела, как бы. Но вообще были в шоке, потому что с нами должна была еще ехать медиагруппа, и как бы все оплачено, все. Ладно, там билеты на International как-то вернут, но отель никто не вернет, самолеты тоже там половину не сдать. Ну, в общем, как обычно, это был шок для всех, наверное, был шок. Насколько я знаю, извините, насколько я знаю, Virtus.pro там тоже решали в последний момент какие-то свои проблемы, потому что, ну, к нам приехала медиагруппа прямо в аэропорт. Они знали, что пути в аэропорт, что как бы зрителей нет. И все. Корбин, менеджер Spirit. Получилась пресс-конференция Team Spirit, чемпионов 10-го International. Осталось дождаться 11-го и надеяться на аналогичный результат. Правда, подождать придется всего лишь годик, но я уверен, что мы справимся. Большое спасибо, что смотрели нас, друзья. Большой привет ребятам из Паримачи. Спасибо за крутую кофту. Меня зовут Дима, Not In My House. До скорой встречи.